Напавшего на посольство Азербайджана в Иране приговорили к смертной казни. Как передает АПА, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Ирана. Судебное заседание прошло с участием обвиняемого и его адвокатов. В начале заседания судья дал пояснение обвиняемому, а представитель прокурора зачитал обвинительный акт. Согласно обвинительному акту, лицо, совершившее нападение на посольство Азербайджана, обвинялось в умышленном убийстве гражданина Азербайджана с применением огнестрельного оружия в здании посольства, а также в незаконном хранении, ношении оружия и нарушении общественного порядка. После того, как представитель прокурора зачитал обвинительный акт, обвиняемый и его адвокат выступили с защитной речью. Напомним, что 27 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался сквозь пост охраны и убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова. Двое сотрудников службы безопасности посольства, Васиф Тагиев и Махир Иманов, получили ранения при предотвращении нападения.